привет! Сегодня свое видео снимает легендарный Григорий Лепс, и вы окажетесь в небесном метрополитене. Что это такое? Ну, наверное, одному режиссеру известно. Ну и, конечно, об этом узнаем мы, а значит и вы. Поэтому оставайтесь вместе с нами, и вы увидите, что же получится из всей этой заварушки. Сегодня в программе. Григорий Лепс пригласил своих лучших друзей принять участие в съемках видео. О, привет! Кому пришла в голову идея построить в торговом центре небесный метрополитен? И почему Григорий Лепс наградил себя титулом гангстера номер один? Господи, дай мне сил. И ведь правда, кто просит, тому дано будет. Кто стучит, тому открывают. Да и не поспоришь с тем фактом, что дано было Лепсу еще при рождении. Роскошный тембр, не узнать который, ну просто невозможно. Его пародируют все. Репертуар Лепса один из самых популярных в караоке. Возможно, поэтому он решил открыть свое и назвал его «Лепс-бар». Если можно, поставлю что-нибудь там. Водобаном, водобаном. Но все это пришло далеко не сразу, и пройти долгий путь от сочинских ресторанов до Кремлевского дворца, конечно же, было нелегко. Зато теперь он считается одним из топовых артистов на нашей эстраде, а любая песня в исполнении Лепса становится хитом. Идея сегодняшнего клипа родилась из ситуации, заложником которой в прямом смысле стал Григорий Лепс. Это очень нехорошо. Новостные заголовки пестрили скандалом между США и артистом. Приписав кучу обвинений в самый урожайный для артистов месяц, Лепсу закрыли въезд в страну. И теперь слова популярной песни для него превратились в реальность. Ну зачем же ты так, так жестоко со мной? Со сложившейся ситуацией в жизни артиста задумка клипа показать Лепса в образе гангстера. На часах давно заполночь, весь город спит, и тут просыпается мафия. Российским а-ля Аль Капоне становится Лепс. Видео Александр Солоха выбрал шикарную локацию для съемок видео. Торговый центр класса люкс Крокус Сити Молл расположен за МКАДом. И совсем недавно сюда еще было невозможно добраться без машины. А теперь здесь может прогуляться любой желающий или даже прилететь на вертолете. Наступил тот момент, когда режиссер готов нам рассказать об истории клипа, о сюжете, в чем вообще весь замысел, потому что артисты даже сами, они как-то вот не знают, говорят, это сюрприз. Дело в том, что нет сквозного сюжета, но, в принципе, ситуация такова, что мы находимся как бы в таком небесном метрополитене. Прибывают, уходят поезда, наступает очередь каждого человека отправиться либо туда, либо вверх, либо вниз. Метрополитен, он украшен фресками Микеланджело с картинами Страшного суда. Это абсолютно в нашу тему. Ну, это такой, знаете, творческий процесс. Здесь и котлеты с пюре, и микрофоны, и камеры, и все здесь. Ну вот, например, это рождение Давида, по-моему, так называется, что-то в этом духе. Ну, а на самом деле никакой это не метрополитен. На какие хитрости только не приходится идти режиссеру и артисту для того, чтобы создать впечатление какого-то шикарного поднебесного метро. А находимся мы в торговом центре, где происходят съемки видеоклипа. И в этом торговом комплексе даже есть бассейн, друзья, в котором можно, ну, при желании, наверное, всем искупаться. Несмотря на столь поздний час, съемки только в самом разгаре. Поддержать артиста и принять непосредственное участие в создании видео приехали близкие друзья и коллеги по сцене. О, привет! Вы возглавляете крупнейший музыкальный холдинг страны. Когда вообще вы находите время для того, чтобы приехать ночью и уделить время для того, чтобы сняться в видеоклипе у Лепса? Ну,
Может быть, кому-то я отказал, но Гриша крестный моей младшей дочери, поэтому я не могу это сделать. Признаюсь честно, я была просто шокирована таким количеством массовки. Съемок сегодняшнего видео пригласили более 50 актеров. Все они изображают обычных людей, которые стали свидетелями необычного концерта Лепса. Григорий Лепс в сопровождении музыкантов выступает на широкой платформе главной станции Небесного метрополитена. Мраморный ползал застелен пестрыми коврами. Стены и величественные своды станции украшены орнаментами и фресками эпохи Возрождения. А прямо над головой певца излучает божественный свет знаменитые фрески Микеланджело «Сотворение Адама». Все собравшиеся подхватывают слова припева вместе с певцом. Вы с Солохой работаете не первый раз. Почему именно он становится режиссером ваших видеоклипов? Из-за него извечный бой добра и зла. Мы нашли как бы это между собой какое-то определенное облако, нормально себя в нем чувствуем. Ну, я не всегда и с Солохой согласен, но не всегда согласен. Со мной обычный рабочий процесс, поэтому как бы мне с ним комфортно достаточно, и я надеюсь, что ему тоже. Метрополитен Небесный, соответственно, и звезды в нем присутствуют. Избалованные шикарными дуэтами с Лепсом, на этот раз Тимати просто принимает участие в съемках. Первое сотрудничество с Лепсом. Скажи, пожалуйста, кто вообще изначально был инициатором ваших совместных дуэтов? Меня уносит с собой ветер перемен, мимо крыш домов, мимо кремлевских стен. Ну, у нас обоюдно так достаточно получилось изначально. Сидели в гостях. Я был у Гриши в гостях. Он начал играть на фортепиано, и просто я начал на диктофон записывать то, что он поет, а он серьезности этому не придал. Позже я пришел на студию, с этим поработал, пригласил Гришу, говорю, послушай, вот помнишь, ты играл? Он говорит, да ладно. Хотя они говорят, да я послушаю, а очень даже, кстати, неплохо. Мы сели вместе, текст написали. Ну, мы изначально дружим, а потом уже делаем музыку. Чтобы лицо жизни поменять и новые вершины покорять. Самый сложный момент, я всегда могу ему набрать, и знаю, что если даже он не будет в городе или в стране, то, ну, он будет рядом. А что ты подумал, когда первый раз услышал песню, на которую мы сегодня снимаем видеоклип? Я улыбнулся, потому что она на злобу дня. Чтобы не просил. К сожалению, наступает тот момент, когда режиссер произносит свое заветное «Стоп, снято!» И уже теперь мы можем наслаждаться готовым видеоклипом.